Глава региона Сергей Ястребов встретился с руководством компании General Electric. Губернатор обсудил ход реализации в Рыбинске проекта по строительству завода газовых турбин совместно с госкорпорацией Ростехнологии. Планируется, что новое предприятие выпустит первую продукцию уже в июне. Приход в Ярославскую область такого глобального партнера, как General Electric, означает создание рабочих мест. Но самое главное – освоение новых технологий, отметил губернатор. Сергей Ястребов убежден, что предприятие станет одним из самых брендовых в экономике Ярославской области.